Арены Люси Маслевечковой и Марты Новак, спортсмены из Чехии, тренирующиеся под руководством Виталия Карамышева и Ростислава Синицына, которым пришлось пробиваться в короткий танец сквозь квалификационные ситы, и они уверенно выиграли квалификацию вот с этим самым результатом 80-54, став единственной парой, которая сумела набрать столь высокую сумму баллов. Второй раз на Бернской постфинанс-арене этот танец. Let my people go, пожалуйста. Там еще будут мании, но много знакомых мелодий. Люси Маслевечкова, Маты Новак, Чехия. Пары чемпионов текущего сезона. Вот, несмотря на то, что выступали они уже на чемпионатах планеты, на первенстве Европы появляются впервые. И у этих, безусловно, очень талантливых спортсменов есть прекрасный шанс, чтобы разом закрепиться в десятке
сильнейших дуэтов европейского континентального первенства. Десятое место у них было после короткого танца, 54,37 балла. Но я чувствую, что напряжение во дворце спорта нарастает. Надеюсь, что вы еще не потеряли терпение, потому что уже совсем-совсем скоро появится на льду в следующем порядке Екатерина Рязанова, Илья Ткаченко, Елена Ильиных, Никита Коцалапов, Екатерина Боброва, Дмитрий Соловьев. И пока есть у нас еще некоторое время до их проката, я скажу, что появились уже списки участников произвольных программ у женщин и у мужчин в субботу. Женщины выйдут на лед в 15 часов по московскому времени. У мужчин, соответственно, произвольная программа начнется по московскому в 20:15. Так вот, россияне Алена Леонова и Ксения Макарова попали во вторую и заключительную разминку, соответственно. Всего 4 разминки как у женщин, так и у мужчин. У Леоновой 7-й стартовый номер. Она открывает вторую группу участниц. У Ксении Макаровой 19-й. И она также открывает... Но заключительную группу участниц. Я считаю, что Ксюше очень повезло. Все-таки у нее еще нет большого опыта выступления на подобных турнирах. И стартовать раньше основных соперниц Каролины Костнер, Киры Корпи, Елены Гадвинишвили, а именно в таком порядке эти фигуристки выйдут на лед вслед за Макаровой, я думаю, это очень-очень хорошо. И у нее будет меньше поводов для волнения. Схожая ситуация, но не совсем и у мужчин. Константин Меньшов, неудачник короткого проката, так же, как и Алена Леонова, выступает во второй разминке. Он идет вторым вслед за Йориком Хендриксом из Бельгии. Что же касается нашего открытия этого турнира среди мужчин, то Артур Гачинский будет выступать предпоследним на чемпионате Европы. После него на льду появится только лишь Томаш Вернер из Чехии. А вот Брян Жубер, который сейчас занимает 7-ю позицию, даже не попал в последнюю разминку. У него 15-й стартовый номер. По самому центру предпоследней группы участников. Люси Маслевячкова и Маты Новак 80-98. Это чуть-чуть больше, чем у них было в квалификации. Это их личный рекорд, но до Жиганшина и Гажа они не дотянулись. 135-35. Результат чешского дуэта. Это пока второй результат. Вторая